Чебоксарах наградили медалями кадетов, принимавших активное участие в международном параде памяти, который ежегодно проводится с 7 ноября в Самаре в рамках проекта «Единой России. Историческая память». В этом году из-за пандемии коронавируса парад впервые прошел в онлайн-формате. Парад памяти – это точная реконструкция парада, прошедшего в Куйбышеве 75 лет назад. Старшеклассники столичной школы номер 14 имени генерал-майора милиции Архипова уже более 6 лет участвуют в нем. В дистанционном режиме 7 ноября 2020 года к шествию присоединились 107 парадных расчетов со всех регионов страны. Чебоксарские кадеты подготовили ролик с приветствием и проходом. Очень важно нести такие памятные мероприятия в образовательные организации, и чтобы у детей была практика. Потому что на практике, когда ты участвуешь, собственно, прямо в шествиях, в реконструкциях, конечно, ты гораздо лучше запоминаешь исторические события. Такое ощущение, как будто ты участник. И ты можешь в полной мере прочувствовать события тех времен и почувствовать то, что ощущают ветераны. Всего за 10 лет проведение парада сплотило представителей 27 регионов, 25 стран, более 150 общественных организаций и учеников тысячи образовательных учреждений. С каждым годом растет число участников, их уже 1,5 миллиона, а зрителей уже свыше 10 миллионов. Сами кадеты признаются, что участие в параде памяти пробуждает в них чувство патриотизма. Участвуя в параде памяти Самары, мне понравилось. Это был необычный опыт, первый опыт для меня. До этого я участвовала в парадах памяти только в городе Чебоксары на 9 мая, на площади Победы и на заливе.